Вважаємо Рината Інгліча винуватим в усьому, що відбулося. І зараз відбудеться хода до маєтку Ахметова, де ми висловимо, по-перше, подаруємо цю йому ялинку з фотографіями побитих журналістів і побитих громадян під час розгону мирних демонстрацій. А по-друге, ми сформуємо наші вимоги до Ахметова. Власне, поки що. А ви думаєте, ви його увидите? Ми не сподіваємось на це. Я думаю, що він зараз перебуває в Лондоні дуже давно і переховується від українського народу. Всім відомо, що у системи кровавий тотальний страх перед людьми, бо їм є за що відповідати. Але навіть там, в Лондоні, він має відчувати, що в його оточенні, в Донецьку, люди виходять активно йому протидіяти. Я к вам прийшов, а хто? А чому ви такі обмачуєте? Вас наступаючим Новим Годом. Все, я хочу поздравити. Ви кричали, що я прячусь в Лондоні. Хто із вас кричав? Я казав. Так ви обманщики. Я збіг. Рината Леонідович, повернули швидко, значить. Ребята, ви обманщики. Ми до вас йдемо. Ви прийшли. Та один тут по Женя прийшов. От я хочу сказати. Маленька ложь порождає большое недовір'я. Приходите по совісті. Я завжди услышу голос совісті. А коли ви приходите і обманюєте людей, це некрасиво. От я просто вам хочу сказати. Для мене завжди санкції, санкції, санкції. Для мене самая большая санкция это тогда, когда я не смогу ходить по этой родине, по своей, по Донецкой земле. И не смогу вместе с вами дышать этим воздухом. Вы патриот, правильно? Я патриот нашего края. Поэтому, ребятки, вы приходите, показывайте, занимайте, вы, пожалуйста. Если вы хотите, чтобы Украина была сильная, я с вами. Независимая, я с вами. Целостная, я с вами. Если вы хотите, чтобы каждый человек имел достойную работу, достойную зарплату и достойную жизнь, я с вами. Только на обмане это не построишь. Приходите с правдой, я буду всегда с вами. Будете приходить с обманом, я с вами не буду. Я к вам приехал, поздравить вас с наступающим Новым годом. И через пресс передать всем поздравления, всем землякам, всем Украине. Самые наилучшие пожелания, чтобы следующий год принес нам удачу. Чтобы наша страна была сильной, независимой, целостной, чтобы у всех был достаток, у каждой семьи был достаток. Но приходите, пожалуйста, с правдой. Ренат Ильич, ну идем до вас зараз правду. Еще. Я хочу сказать, когда люди приходят за правду, я за правду. Когда приходят с обманом, это обман. Я хочу сказать, я приехал сюда к вам показать, что здесь присутствует обман. Подождите. Вы сказали, что я прячусь в Лондоне. Я здесь. Я один, без ни одного человека охраны. Ренат Леонидович, я не был в этом месяце. Вот он один. А вы были в этом месяце? Секундочку. Я не был в Лондоне. Понимаете, не был в Лондоне. Я еще. Это не ошибся, это обман. Секундочку, подождите, молодой человек. Вы только что прессе передали, что я прячусь в Лондоне. Я вот он. Ошибся. Секундочку. Вы кричали? Кричали. Я здесь, друг мой. Це прекрасно, Рінат Леонідович. Смотрю вам в глаза. Поэтому я хочу сказати, на обмані. Вам что-то не нравится? Приходите на выборы, проголосуйте за того или иного кандидата. За ту или иную партию. Это демократический подход. А если вы приходите и говорите одно, а на самом деле это не так, то мне с вами не по пути. Мы не будем дожидать выборов 2015 года. Все решится. Но это была неправда. Мы знаем, как вы делаете выборы. Подождите. Но это же не все. И я живу на Северном, около Октябрьска, и я прекрасно знаю, молодой как человек. Вы делаете выборы. Молодой. На вашей родине даже. Я в Логове вашем живу. Молодой человек. Молодой. Молодой человек. Послушайте меня. Да. Вы знаете что? Вы немножко, вы меня берите умом, а не голосом. Вы меня голосом не возьмете. Давайте не кричать. Послушайте меня. Вы меня голосом не возьмете. Понимаете? Хорошо? Ренат Леонидович, ну а другие есть проблемы? Ну кроме того, что обманули насчет Лондона. Насчет Лондона. Ты проходимец. Кроме того, что обманули насчет Лондона, еще же есть вопросы. Другие вы отрицаете их справедливость?